Когда вам нужны деньги, они нужны вам именно сейчас. В отличие от других сервисов, Займер.ру – это робот онлайн-займов. Он работает без участия человека. Как только вам понадобятся деньги, заполните заявку онлайн, и нужная сумма моментально будет отправлена вам на карту. Займер.ру – лучший способ быстро занять деньги. Вот. Блин, сегодня в Таиланде реально холодно, кошмар, я проснулась с больным горлом. Сегодня 17 градусов, вот я одела носки, плюс 17, для меня это жуть. Вот я одела носки, потому что ничего теплее у меня нету. Вот, кофту нацепила, как-то так. Вот, я не знаю, как вы там в России выживаете, но у нас плюс 17, и у меня болит горло. Вот. Cute. Thank you. Я сейчас пойду пить горячий чай. Вот, потому что это какая-то жуть. Спала с закрытыми окнами, без кондиционера, без всего. Привет, а все равно замерзла и простыла. Вон, смотрите, как... Видите, не солнышко, а сплошные облака. Какая-то. Я в Таиланде. Ну вот, одела теплую одежду, которую я только нашла. Вот. Носки. И кофта. Вот, ничего. Из домашней одежды я не нашла. Как-то так. Ладно, пойду, я не знаю, пить горячий чай, погуляю. Kiss from friends. Good day. Вот, давайте, все больное. Надо выздоравливать. Ветер вообще колышет за навески, ужас какой-то. Спасибо большое. Показывать, вот, смотри. Ну да, ладненько, все, давайте, пойду я чай попью. Вот, show you bra. Ноги, спички. Угу. Да, вот только я занимаюсь пилоном, и у меня есть маленький ребенок. Вот, почему ноги, спички, не знаю. Вот, раньше была еще худее. А пойду-ка я на весы встану, мне интересно, сколько я сегодня вешу. Ты бы знал, сколько я ем. Ноги, спички. Сейчас. Я вешу... 59. Это 75. Ничего, ты не знаешь, Джон Сноу. О, да. Кстати, когда новый сезон выйдет? В Тайхолл, ну да, 15 градусов. 17. Вот. Сейчас смотрю, кстати, сериал. После «Во все тяжкие». Да-да, упитанная. После «Во все тяжкие» иди наедай 10... Нет, у меня было, я весила 65. Вот, это аж на 15 килограмм больше. Это было ужасное зрелище у меня было. У меня было такое вот пузяндра. Вот, я была таким хомяком с такими сиськами. Вот, не знаю. Это я сейчас еще потолстела. Обычно вообще-то вот тут вот пресс есть. Вот. А, кстати, пойдемте, я вам покажу, для тех, кто не в курсе, у меня тут есть такая особенная комната. Вот, видите? Это шест. Вот, наверное, благодаря нему я так и похудела. Как-то так. Да, вот. Не покажу тебе, что проститутка, что ли, чтобы их показывать. Иди на порно-сайт. Вот, я пойду погуляю, попью чаю и погуляю. Блин, так хочется кофе, а кофе у меня нет, я его вообще не пью. Но именно сегодня почему-то хочется кофе. Слышите, соседи шумят вообще. А я когда показывала стриптиз перескакивала, когда-то были джунгли, вот, и теперь ненормальные люди решили построить там зачем-то дороги. Вот. Привет, дела классно.
На что забить? Не такие уж у меня ноги и спички. Вон будут такие жирные ляжки. Вот. Летних подростков ноги еще более худые. Что ты имеешь в виду? Не-не-не-не-не-не. Вот, нормальные ноги, тоже так считаю. Кстати, для всех, кто не в курсе, народ. Вот, сейчас проходит конкурс иллюстраторов. Я все еще ищу себе иллюстратора. Вот, также мы в феврале будем снимать фильм. А, он мой муж. В Москве. Вот, вернет через пару дней. Вот, также мы будем снимать фильм в феврале. Буду ВКонтакте выставлять кучу-кучу-кучу фотографий, наверное, со съемок. Съем в Инстаграме. Сколько лет? 23. Вот. В Инстаграме, слушай, не помню, как я в Инстаграме. Найдите меня все ВКонтакте. Там Наталья Чертак. Вот, если не можете найти через людей, найдите через группы. Вот, в Инстаграме я, наверное, тоже Наталья Чердак. Вот, и все подписывайтесь, я хочу сходить в какое-нибудь интересное место и провести трансляцию. Вот, в любом случае, со съемок, наверное, буду что-нибудь вести. Do some shows. Не-не-не, я пошла пить чай. Все, давайте, всем пока-пока.